Коля всегда, в принципе, заряжен на победу, и самое основное – это то, что ему нужно выполнить установку на бой. Если он сделает все грамотно, он в хорошей форме, прошел хорошую подготовку, причем сделал бой еще не так давно в Арабских Эмиратах. Я думаю, если он сделает все как нужно, как обычно, да, выдержит вот эту свою линию, то никаких проблем в этом бою не будет. Я думаю, будет досрочная победа. Ну, Коля, он голодный, крепкий парень. В принципе, всегда, когда ты переходишь в новую дисциплину, для тебя это как новый прилив энергии, потому что в своем спорте ты немножко поднаедаешься. И здесь тебе хочется продолжить, знаешь, там, тренироваться, все новое, все интересное. Я думаю, что у него хорошие перспективы, крепкий парень, тяжек, поэтому как минимум лет 8 еще может драться. Главное, чтобы было желание. Николай Коваленко! Работаем в том же русле, в том же направлении. Мы двигаемся правильной дорогой. Это новый путь, новый гибкий путь к победе.